коллеги, смысла нет делать долгие вступления, потому как ситуация, по которой, по решению которой мы здесь все собрались, она всем понятна, не только нам, а уже и всей стране. Считаю, что сам по себе инцидент вопиющий, требующий подробного разбирательства со стороны правоохранительных органов и федеральных органов исполнительной власти. Но я бы хотел сейчас остановиться на другом. Нам нужно сосредоточить все свои усилия на поиске самолета и людей. Это сегодня самая главная задача. Безусловно, хотелось бы сегодня услышать то, как мы реагируем, как мы среагировали на данный инцидент. Что предпринимается для поиска самолета и людей, и какие планы на перспективу. Я хотел бы, чтобы разговор у нас был достаточно откровенный, если не хватает сил и средств, чтобы об этом смело говорилось. Поэтому я по ситуации прошу Андрея Викторовича Зарецкого доложить. Уважаемый Евгений Владимирович, уважаемые коллеги, 11 июня, 20 часов московского времени, с аэродрома города Серова совершил несанкционированный вылет в неизвестном направлении самолета Ан-2, принадлежащий ОАО «Авиазов». На борту судна предположительно находятся 12 пассажиров и один пилот. Согласно распоряжению правительства Свердловской области, создана рабочая группа по оказанию содействия оперативному штабу Уральского МТУ Росавиации по организации поиска воздушного судна. В ходе работы организовано взаимодействие с представителями муниципальных образований Свердловской области, охотоведческими, лесными хозяйствами, Министерством культуры и туризма, ГУФСИН по Свердловской области на тех территориях, где проводятся мероприятия по поиску воздушного судна. Также организовано взаимодействие с соседними субъектами Российской Федерации, Тюмень, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Республика Коми. На данный момент обследовано 90 муниципальных образований, 1816 населенных пунктов, 170 охотничьих хозяйств, 145 лесничеств, 295 мест рыбной ловли. Опрошено более 15 тысяч населения. Самолет был заправлен на 700 литров, что соответствует приблизительной дальности полета 500 километров. С целью выполнения поисково-спасательной операции на территории области определен район поиска наиболее вероятного нахождения воздушного судна в радиусе 250 километров от аэропорта вылета. Площадь поиска составляет 160 тысяч километров квадратных или 400 квадратов полетного сектора. В настоящий момент обследовано 56 900 километров квадратных или 136 квадратов, из них 8 детально, что составляет 31,5% от всей территории. Это авиационная группировка. Общий налет за 49 вылетов 145 часов 51 минута. Наземная группировка составляет 1050 человек, 262 единицы техники. В течение выходных дней были дополнительно привлечены добровольцы в количестве 114 человек личного состава и 20 единиц техники. С момента начала поиска пешими группами обследована территория 584 километра. В главном управлении и штабе поисково-спасательной операции работают телефоны горячей линии в городе Екатеринбурге на базе главного управления и здесь, в Серове, на базе ЕДДС города. 12 июня организовано информирование населения о ходе поисковой операции. Организовано взаимодействие с 18 федеральными, 31 областным и 8 местными средствами массовой информации. На месте проведения операции организована работа выездного пресс-центра. В ежедневном режиме проводятся брифинги для представителей средств массовой информации. Для оказания экстренной психологической помощи родным и близким
развернут центр экстренной психологической помощи. В течение всех дней работы проводилась информационно-психологическая поддержка, индивидуальная психологическая работа с родственниками, пропавшими без вести, специалистами-психологами была разработана листовка по оповещению туристов и спортсменов, автомобилистов, находящихся в Северном управленческом округе. В целом, на ход поиска авиационной группировки оказывают негативное влияние следующие факторы. Одним из решающих является отсутствие точных данных о маршруте воздушного судна и, как следствие, его предполагаемого местонахождения. Трудно ориентированная горно-лесистая местность с деревьями хвойных и лиственных пород высотой до 30 метров. Малонаселенные территории в северо-восточном секторе поиска. В связи с этим отсутствие оперативной информации. Так, например, плотность населения Северного управленческого округа 6 человек на 1 квадратный километр. Метеорологические условия. После обеденное время, последние 5 дней, развитие кучевой, мощно-кучевой облачности и грозовой деятельности. На данный момент проводим плановые мероприятия, обследование территории в районе населенных пунктов Усть-Тылай и Усть-Тыпыл, проверка территории возможной глиссады пропавшего Ан-2 по показаниям свидетелей в районе населенного пункта Шихан и Поспелково. И авиационная группировка обследует Курильскую гряду от Вагульского камня по хребту до горы Дикарь-Камень. Доклад закончен. Андрей Викторович, у меня вопросы есть у кого? У меня есть вопросы. Есть ли необходимость дополнительного привлечения техники и людей? Евгений Владимирович, сейчас за эти два дня группировка увеличена. За счет Российский Союз спасателей 10 человек. И 203 человека от ГУВД области. Сейчас здесь находится у нас 83 профессиональных спасателя и вот 203 полицейских. Кроме того, постоянно мы привлекаем пожарных по тем местам, где у нас появляются новые сведения. Это не только Северный управленческий округ, это и другие населенные пункты. Сейчас вот на сегодня задействовано 151 пожарный. Кроме того, местные... Благодаря Ивану Ивановичу Грамматику, благодаря соседним муниципальным образованиям, главам управленческого округа, ежедневно высылаются группы для обследования. Плюс лесники, охотники, рыболовы, все они знают о случившейся беде. Поэтому я считаю, что увеличение группировки нет необходимости. А техники? По технике также. Сейчас судов доложит Сергей Аркадьевич, я думаю, вот чисто по авиационным судам. По технике, вот та техника, которая нам появлялась необходимость, это болотоходы, мы ее находили у местного населения, и все, в общем-то, отвлекаются и дают технику для того, чтобы решать вопрос. Кто по технике расскажет? По авиационной технике Сергей Аркадьевич вот следующий выступает. Значит, давайте с места, удобнее. Да, наверное. Тут спасибо. По авиационной технике на сегодняшний день задействованы следующие воздушные суда. Значит, это воздушные суда Ми-8, Ан-2 и Ан-26, которые базируются у нас на аэродромах Пермь, площадка Серов, аэродромы Ива. Планируем подтянуть ДОСАВ с аэродрома БНГИ и с площадки ИВДЭЛ. Всего мы планируем задействовать 3 вертолета Ми-8, 2 самолета Ан-2, должен подлететь еще к нам сегодня с Кургана, Ан-2, и 2 самолета Ан-2 ДОСАВ. Значит, кроме того, у нас в резерве, значит, находится вертолет Ми-8 на аэродроме Ива, на военном аэродроме.
и самолет Ан-26 на аэропорту Большой Савин на Хопере. Вот. Таким образом, у нас группировка воздушных судов достаточная для выполнения поисково-спасательных работ. Дальнейшее увеличение количества воздушных судов нецелесообразно в связи с тем, что будет затруднено управление этими воздушными судами в ограниченном районе. Вот. На каждом воздушном судне у нас находятся или наблюдатели, или штатные профессиональные спасатели. На всех судах, которые дежурят в системе поиска и спасания Росавиации, находятся штатные спасатели из состава Уральского авиационного поискового спасательного центра. И на самолете Ан-2, который работает в компании «Авиазов», мы привлекаем спасателей МЧС, которые тоже выполняют работы как наблюдатели, имеющие опыт работы именно в здешних условиях. Пока что, как уже докладывал докладчик, обследована достаточно значительная площадь. Но в связи с тем, что мы не знаем вообще, в принципе, куда он полетел, определенно не знаем, значит, результата пока это не принесло. Кроме того, мы детально обследуем дополнительно уже обследованные квадраты в случае появления оперативной информации как со стороны местного населения, так и со стороны органов МВД. Сергей Аркадьевич, мы неделю занимаемся поиском, да? И очевидность результатов пока наши усилия не даны. Я к чему это говорю, потому что коль результатов нет, значит, надо сегодня предлагать другие методы, иные методы, если необходимо, дополнительные вертолеты, дополнительные самолеты, людей. Ну, мне кто-то об этом скажет или нет? Все в порядке у нас, что ли? По личному составу, подводите. Да. По личному составу однозначно наращивать наземную группировку, потому что то, что мы даже сегодня видели с воздуха, вот, те погодные условия, о которых говорится, что прогноз дает, тоже неизвестно. Очень сложно проводить только авиационную разведку, тем более имея один, не восьмой, правильно понял? Нет, у нас 3 МИГа задействованы. Здесь вот задействованы. Сейчас там. Вот, Ан-2 и Ан-26, да? Ан-2 и Ан-2. Вот я смотрел там слайды. Ой, такой синусоид, да? Ну, это показано просто, да? Землю. Как вот, с точки зрения вас как профессионала, они как сейчас вот осуществляют? По каким-то зонам, направлениям это уже? Значит, мы осуществляем поиск по расширяющимся квадратам. То есть мы взяли, исходя из того, что, ну, по показаниям очевидцев, какие-то были организованы покатушки здесь на самолете Ан-2, мы сначала исходили из того, что он в непосредственной близости от посадочной площадки Серов. Поэтому начинали мы обследовать вокруг посадочной площадки Серов. Да, спиралевидно таким, да? Ну, сейчас нет, но мы там в каждом квадрате там галсами, параллельным галсированием все это дело осматриваем. Но эти квадраты постоянно расширяются. И параллельно мы еще в связи с тем, что была информация, что они могли улететь куда-то здесь в Лаймку, на восток, с аэродрома Урай, восточную часть все вот так вот посмотрели. Значит, горная часть у нас как бы немножко отстает, потому что нам погода не позволяла в горах поработать вот несколько дней подряд. Вот. Мы сейчас вот на данный момент осматриваем, значит, вот западную часть и туда дальше на север, вдоль Уральского хребта. В том числе сегодня детально обследованы была тоже оперативная информация, что они могут оказаться в районе водопада, вот на плато. Вот. Там сегодня работал директор предприятия, все детально обсмотрели результатов. Нет. Так вы мне не ответили до сих пор. Я вас спрашивал уже 3-й раз. Техника и люди нужны дополнительно или нет? Авиационной техники ДОСАВ доложил. По ДОСАВ я вас положил, что мы тут привлекли. Они уже привлекают, и за счет области будет это да. Наша ДОСАВ в Свердловской области. Они будут другие районы обследовать, более дальние отсюда. Хорошо, мы с вами на эту тему еще поговорим. Михаил Анатольевич. Игорь Иванович, ну, в части предоставления дополнительных сил мы готовы увеличить в разы группировку, наращивать каждый день. У меня такое предложение.
если вот результат уже получается авиаразведки не приносит должного и конечно нет результата, именно сосредоточить, вот как определились уже из субботы, отработка именно наземная, отработка силами там полиции, волонтеров, там, где могут работать лица, которые не имеют специальной подготовки для работы в горах, и отрабатывать квадраты. Каждый квадрат. Мы можем нарастить вот эту группировку, до 1000 можем. Потому что в любом месте можно находиться. В горно-лесистую местность, там действительно должны работать специалисты. Специалисты именно аварийно-спасательной службы. И у нас есть тоже в ОМОНе. 20 человек, которые направил сюда, они имеют специальную подготовку для работы в горах. А так я говорю, авиаразведка продолжает по своему плану, а в части равнины, работы на равнине, я думаю, что все равно надо наращивать группировку и прочесывать все вот эти квадраты. Потому что в самом непредсказуемом месте, может, раз у нас нет данных о конкретном маршруте примерной, хотя бы какой маршрут, потому что по маршрут составлялся из числа той информации, которая различного рода информация. Рыбаки, охотники, там, геологи. Надо в любом случае отрабатывать, я говорю, наставил на том, чтобы именно непосредственно равнину, там, где и на 30-40 километров. Возможно, бензина не хватило, где-то мог совершить вынужденную посадку.